Вы на канале Анастасии Кальченко на YouTube. Сделаем сами своими руками. И сегодня я буду показывать, как я делала вот такие вот цветы. Вот такой цветочек буду собирать. Значит, нам понадобятся, по крайней мере, мне понадобились красный, розовый, черный. Во втором цветочке будет фиолетовый цвет, зеленый. Вы можете взять любые разные другие цвета, какие вам нравятся. Размер модуля 32 часть от листика А4. Итак, начнем. Чтобы сделать один лепесточек, нам нужно для этого начать с красных модулей. То есть на один модуль мы надеваем острым уголочком два красных модуля на краешке, вот таким вот образом. Нам еще нужен будет клей. И дальше опять у нас будут красные будут модули. Количество модулей я озвучу в конце видео. Так. Теперь розовые. Надеваем только на один краешек. Другие краешки у нас остаются внутри. Внутри лепесточка. На один край. Вот. Итак, по краям у нас по 6 розовых модуля. Всего 12 розовых. Краешек намазали и надели вот таким вот образом. То есть один кармашек остается пустым. Вот такой вот лепесточек получается. Таких лепесточков на один цветок нам нужно сделать 8 штук. Вот я сделала 8 таких лепесточков. Вот они. Их немножко выгинаем назад, когда делаем. Назад вот эти вот модули, чтобы краешки, уголочки остренькие торчали. Вот. Далее берем опять розовые модули и между собой нам нужно скрепить эти лепесточки. Берем два лепестка, можно их проклеить клеем. Таким образом. И на этот край надеваем модуль. Так. Дальше таким же образом скрепляем все остальные лепестки.
Так, я еще не соединила, я поняла, как его делать. Вот. Вот таким образом соединяем, а то вы не соедините так, как нужно. Вот. И склеиваем. Так. Склеили. Немножко соединяем вот эти концы. Дальше у нас пойдет фиолетовый цвет. В первом цветочке у меня был черный. Вы можете сделать желтый. Какой вам нравится. Абсолютно любые цвета. Дальше у меня пойдет фиолетовый цвет. Тоже 8 модулей. То есть на вот эти вот модули, которые только что я надевала, розовые, на них нужно надеть фиолетовые. Теперь эти фиолетовые между собой нужно тоже скрепить модули. Это будет тоже сложно. Скрепила я здесь наши лепесточки, побольше клея, и все приклеится хорошо. Так, дальше пусть оно немножко приклеится, будем надевать зеленые модули, два ряда. Пусть приклеится немножко, подсохнет, и приклеим. Пока у нас подсыхает наш цветочек, вот я залила клеем, пока он подсыхает, сделаем бутон. Для бутона нужно 5 таких же лепесточков, как мы делали для цветков. 5. Так, тоже скрепляем розовыми модулями. Тоже все это проклеиваем. И теперь мы не вот так выворачиваем, как цветок мы выворачивали, а вообще не выворачиваем. То есть соединяем здесь вот таким вот образом, даже, наверное, не 5, можно еще и 6 лепесточек сюда поместиться, будет лучше. 6 лепестков. Как раз у меня есть лишний один.
Вот такой должен получиться лепесточек, то есть бутон, бутон нашего цветка. Сейчас все это приклеится, будет надежней держаться. Итак, у нас приклеились наши модули, высохло все. Теперь нам нужно сюда надеть два ряда из зеленых модулей. Тоже будем их приклеивать. Тоже пусть теперь высыхает. Получается два вот таких цветочка. Так, и один бутон. Бутончик тоже уже высох. Сюда тоже нам нужно будет тут мы их уже прикрепили. Так, здесь у нас будет на те модули, которые скрепляют наши лепесточки на бутоне, мы надеваем по два модуля. Один будет синий модуль. Цвета вы можете брать, какие вам нравятся, любые абсолютно. Теперь фиолетовый тоже сверху. На вот эти модули, на синие, я надену сверху фиолетовые модули. Теперь эти модули тоже между собой нужно закрепить зелеными модулями. Теперь это все нужно, чтобы приклеилось. Такой бутончик должен получиться. Все это пусть высыхает. Будем делать стебелечки на эти цветы. Итак, для стебелечков нам нужны прутики железные, сантиметров по 30, двухсторонний скотч, зеленая гофрированная бумага и ножницы. Режем бумагу таким вот образом на полоски.
берем один прутик, наматываем на верхний кончик скотч двухсторонний. Не прилип. Вот он у нас прилип. Так, немножко один кончик обмотали. И нижний кончик. Можно еще посередине обмотать, но это не обязательно. Нижний кончик обмотали. Сейчас сразу другой прутик. Итак, теперь берем гофу и наматываем полностью на весь прутик. Произвольно, как получится. Обратно, пока целая полоска, это не закончится. Это все на один, одна полоска на один прутик. Если нету двухстороннего скотча, можете проклеить это все клеем. Здесь тоже скотчем можно закрепить. И теперь это все можно в цветочек в наш вставлять стебель. Вот так должно получиться. Так, я озвучу, сколько у меня ушло всего модулей на эту поделку, на цветы. Красных модулей у меня ушло 105 штук, розовых 268, черных 16, фиолетовых 26 и зеленых 42 штуки. А еще были синие у нас модули, 6 синих модулей. Вот такие вот цветочки получились. Прутики можно сгинать. Вот я согнула. В следующем видео буду делать вазу под эти цветы.
Вот такая красота вышла. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся, пиши комментарии. Все, всем пока, всем удачи!